Так еще пока некуда повесить ключики. Это пока некуда. Тянуть с ремонтом Мария Вишнякова не собирается. Новоселье планирует отметить вместе с Новым годом. Проект доверит дизайнеру. Уют создаст сама. Уже точно знает, в спальне разместится детская, а гостиная будет многофункциональной. Я безумно счастлива. Я считаю, что в преддверии Нового года не это ли чудо на самом деле. Я очень счастлива стать счастливым обладателем вот этих самых ключей. Эмоции переполняют. Эту дату я запомню на всю свою жизнь. Немедленно уже хочется приступить к ремонту. Этого момента Мария Вишнякова, как и другие дольщики жилого комплекса «Созвездие», ждала долгих 7 лет. Разрешение на строительство третьего корпуса было выдано еще в 2014 году. Через год застройщик должен был ввести объект в эксплуатацию. Но из-за возникших финансовых проблем в сроки не уложился. Достраивать дом пришлось новому инвестору. Люди ждали, получается, лишних 7 лет. И сегодня 117 дольщиков уже могут перелистнуть эту печальную, к сожалению, страницу своей жизни и получать ключи и обустраиваться в этом новом доме. Дом на 275 квартир был введен в эксплуатацию 14 декабря. Это результат совместной работы правительства Московской области, Министерства жилищной политики региона, администрации муниципалитета и компании-подрядчика. В этом году мы смогли построить 12 домов и обеспечили 511 пострадавших дольщиков уже собственным жильем. Дом достроен, но застройщик пока не покидает объект. Ему еще предстоит благоустроить прилегающую территорию. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».